Всем привет, друзья! Сейчас мы с вами сделаем подставку для планшета или смартфона. Итак, для этого нам нужны вот такие винтики, две шайбы, винтик длина 15 мм, барашка к ним. Я взял под ключик вот такой. Можно взять, в общем-то, любой винтик, даже под отвёрт. Два штуки. Алюминиевый провод сечением 6 мм в изоляции. Два кусочка по 28 сантиметров и один 31 сантиметров. Из инструмента нам нужны плоскогубцы и канцелярский нож. Снимем изоляцию по 2,5 сантиметра от края каждой проволоки с обоих концов. Теперь сделаем кольца необходимого диаметра под винтик четверка. Теперь я разделил наши проволоки на части, по которым будем гнуть. Итак, первой от белой изоляции от края 57 мм, далее 20, 10, 80, 10, 20, 57. Это самая длинная палочка, две следующих, одна 75, 75, 75 мм и вторая 78, 68, 78 мм. Как видите, друзья, подставка для планшета получилась несложной, сделать ее просто, она достаточно легкая, можно с собой носить, хорошо регулируется, удобно, вот, разный угол можно выставлять. Я думаю, вы с легкостью сможете сделать ее для себя. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет еще много интересных поделок и экспериментов.